деятель Галине Черновой. Скажу еще большую крамолу. Пожалуйста, не читайте товарища с официальным биологическим образованием. Каждая почка – это отдельное растение. Так, ну-ка, это Чернова. А, Николай, смотри, ну вот что я скажу. А? Гражданин Песоцкий, ну что я скажу? Как здорово, как здорово, что нас двое, как минимум. Пожалуйста, не читайте, товарищи, это вы Галина. А Галина – самая умная женщина, которую я знаю. Вот. Галь, привет. Единственное, что мы не сошлись, я говорю, не надо девочкам знать, что такое логарифмы. Дурью мается, потому что она вызубрит, но все равно не поймет. Смысл логарифма хоть один понимает? Таблицу логарифмов видели? А? Нет? А интегралы? Помните, как я в кино назвал? Интергал. Это все, что современный мальчик может запомнить. Хорошо, если не переврет и не назовет интергалом. Даже это. Вот. Один из сотни может понять, что такое интеграл или логарифм. Остальным это и даром не надо, только время терять. Лучше бы вот это учили. Так вот, это я Гале говорю. Галь, не обижайся. Ну, я считаю, что девочкам не надо. Ну, я же не отсюда самый умный из девочек. Ну, что есть, то есть. Остальные сотни обойдутся без интергалов. Каждая почка – отдельное растение. О, пожалуйста, Николаевич, это да. Это отдельный зародыш. Вот что это. Каждая почка, только корневая система у нее не в землю, а в древесину развивается, и потому она другая. И все остальное почка ведет себя как отдельный организм. Кстати, у некоторых растений из почки корни торчат. Я ж корола. А я, Николаевич, пошел дальше. Я собираю доказательства. Я пишу, что это не аномалия, когда торчат где-то побеги. Помните, не из почки, а из клетки, а где-то корни. Смотрим. Вот эту фотографию из моего сада. Внимание. Видели? Вот скажите, как могло случиться? Это абрикос. У него есть проблема. Абрикос молодой, ему всего 7 лет. Так. Вот. Но здесь он у меня посажен был на холм. Холм маленько как бы проседал, но все равно на холм. И еще есть уклон есть. Так, казалось бы, абрикосу жить долгой жизнью. Но как это, как он живет долгой жизнью? Это, Николаевич, это я за нас двоих отвечаю. Вот, расшифровываю. За нас двоих подчеркиваю. Вот, никогда одеяло на себя не тянул. Значит, когда здесь чуть-чуть легкое началось подопревание, этот саженец сделал то, не дерево сделало то, что мы делаем, когда там мыши сидят, помните, мостик. Я это называю мостиком. Вспоминаем это. Понятие мостика существует искусственного. Где-то мыши обели, где-то сгнило. Раз, и чтобы нам дерево покормить вот таким путем, искусственным путем, вживляя мостики. Вот мостик естественный. А? Как, Николаевич? Здорово. Ну что, кто ты-то меня поймешь? Кстати, Александр Николаевич, прости, пожалуйста, я из любопытства умру. Я забыл, может, я спрашиваю, какое у тебя образование? Сильно развито, я надеюсь. Ну, бывает, голова и без образования развита. Но все-таки где-то, может, громко там где-нибудь там в конце вебинара там есть этот самый вопрос-ответы. А может, потом отдельно мне пару слов по WhatsApp скинешь. Вот. А то как, не это самое, кругом наши люди. В основном инженера и люди с высшим образованием, в принципе. Смотрим дальше. Вот оно, богатство-то наше. Вот, Николай, любуйся. Вот, кто прислал? Ну-ка, колитесь. Откуда у меня эта фотография? Вот, это была попытка. Вот, видите, это корень. Да. Он вылез наружу. Вот дерево пытается что? Дать дополнительное себе питание. Корень. А откуда он взялся? Корень внизу. Только из клетки. То, что я говорю, клеточная порода, клеточная природа. Вот. И что все волчки, большинство волчков, из клетки. Об этом надо изучать. Об этом надо знать. Бить по рукам и по тем, кто пишет,
То есть бери секатор и вырезай. Вот. Я подбираю такие материалы. Еще одна. Эта фотография сделана в моем саду. Знаете, чем она интересна? Да, железо еще тот ранний. Да, когда погибла ветка. Ну, понимаете, как получается? Дерево из тех, из первых. Вот. Дерево, можно сказать, избито так страшно. Ну, на нем в этом году. Вот, вон видели, плодики лежат, вон они. Вы думаете, их два? Фотография сделана 25 июня 2022 года. У меня на всех деревьях было от 5, 10 до 20-30 ведер. И это, что вы видите, всего раз, два, три абрикосика. Не знаю, что их было три. Здесь был огромный дикий урожай. А теперь это дерево, скажете, ну вот же оно обрезано кольцо, а вы видите, значит, что оно, это дерево уцелело, значит, все-таки надо было резать на кольцо. Вот, вот его судьба. Первое. Обрезка на кольцо. Моя величайшая глупость раннего железа. Раз. Боковая ветка. Да, это самое. Вы не смотрите, какие плоды. Это не привитое дерево. Нет. Это корни собственные. Это один из сыновей маньчжурца. Вот. Вторая ветка, она росла снизу. Я никогда их не убираю. И, наконец, дерево старое, она и так было. Знаете, как бывает? Вот эта рана появилась раньше. Вот. Теперь посмотрите, из-за этой раны здесь все гниет, буквально гниет. Пришла пора, потеряла прочность вот эта огромная ветка. У меня есть фотографии, но я несколько, где упавшие ветки, какая из них, я сейчас не вспомню, боюсь наврать. Там огромный урожай вот на этой боковой ветке. Наконец, та ветка распилена, фотографии сделаны, но к этому времени я сейчас не вспомню. А это я просто подровнял пилой, и все пока. А в данном случае, то, что голову не... И вот я перебираю, готовлю эту тему. Что я вижу? Да вот же опять, вот же ради этого я сейчас-то... Я просто попутно прокомментировал, что такое деревья, как к ним обращаться, как они падают от урожая, как нельзя обрезать на кольцо. Видишь, что натворил? А вот это вот... Опять то самое, назовем это корень, назовем это мостиком. Вот это я, ребята, вот эта тема. Николай, спасибо, что благодаря вам я эту тему поднимаю. А вот это полюбуйтесь. Я вначале смотрел, смотрел. Я уж и так, думаю, ну не должны, корень не должен расти выше это. Торчать прямо. Я раньше не понимал этого. В 16-м году я этого не понимал. А сейчас понимаю, да, ошибка природы. Да, захотела это дерево получить дополнительное питание. Здесь, я не знаю судьбу этого дерева, это же абрикос. Я не знаю, что с ним сталось-то. Я ничего не помню. Может быть, здесь начал гнить? Видите, как я умею разговаривать-то? Вслух. Может быть, здесь начал гнить, и выше гнитья оно решило сделать мостик. Ну, получился неудачный. Почему? Стержневый корень, вот он, один из стержневых корней. Он решил спастись, когда здесь гниет. Это мое предположение. Но иначе, зачем он прямо из клетки взял и дал вот такой побег? Корень, заметьте, не ветку с листьями, а корень. Вот, Николай, интересно? Вот я и пишу, тогда я не понимал. А теперь вот это мой друг привез два, много фотографий с Крыма, с Индии. Вот. Посмотрите, воздушные корни, видели? А мне вот это даже больше понравилось, смотрите. Во, какие корни! Ой, какие корни! Какие корни! Но там, если это нормально, то у нас это настолько редко, редко. Я подбираю коллекцию. Коллекция, коллекция, коллекция. Вот это наиболее выразительно. Попробуйте сказать, что это не корни. Что это случайно ветка вниз начала расти. Попробуйте сказать, что это не корни. Вот. Чтобы показать, что мы недооценим. Мы не знаем, как устроено внутри дерева. Мы не знаем, что внутри каждой почки, в этом своем ядре, находится целое дерево, которое предназначено они на все случаи жизни.
Вот показалось ей, что не хватает питания, а вот еще, понимаете? Не хватает питания. Найдем. И это касается и корней, и этих самых, казалось бы, бесполезных волчков, которые по дуре вырезают, вот, да еще на кольцо, да еще учат весь народ, как увидел вертикальную ветку, уничтожить. Вот классика садоводства. Я бы этих классиков бы это лишил бы права вообще советы давать, пока экзамены не сдадут. Самое страшное, что в университетах этого не знают. Вот попробовал мне сейчас где-то прямо сейчас взять, позвонить, Савинич сказал, нет, я эти все фотографии, не эти, лучше этих видео на лекциях в университете, мы все это знаем. Вот, Мичурина, нет, не Мичурина, Мичурина умница, через этого Дарвина мы давно отменили, именно потому отменили Дарвина, что с помощью эволюции внутри каждой клетки целое дерево образоваться не могло. Точка. И когда это будет проходить в школе, и учитель скажет так, тогда объясните почему. А объяснений нету. Можно говорить высшая сила, можно говорить генная инженерия, но на уровне Бога. Можно говорить, что на самом-то деле это могло случиться, но не за несколько лет, когда великое вымирание, земля пуста, нет ничего. Океаны есть, тоже пусты, нет ничего. А потом раз все это, и все появилось из ничего. Из мышки вот такой за 35 миллионов лет человек, так и пишут, выделилась группа из этих мышки и землеройки. Вот ее две фаланги, видите, вот даже меньше, чем эти две фаланги. Выделилась группа, которая начала быстро расти, превращаться в крысу, потом кошку, потом собаку, потом этого самого, потом примата, а потом человека. И за 35 лет, то есть у нее каждое поколение добавлялось миллиард клеток. Я считал, помните, я брал калькулятор. Каждое поколение давало миллиард клеток узко специализированных или по-научному дифференцированных. И это все нам преподнесено. И только когда появилось вот это вот, у нас это редко бывает. Индийцы не догадались, нет. Сейчас, где они там? Индийцы не догадались. Вот. А нам трудно догадаться, потому что у нас такие редчайшие случаи. Редчайшие. Но это было до поры до времени. И однажды случилось чудо, Елена Александровна. Однажды появилось микроклонирование. И на промышленную основу было поставлено производство деревьев, саженцев, не из почек, а из не прививка, не корни собственные, не эти, не третий вариант, не из косточек семечек, а четвертый вариант из клеток. Размолотили все это самое, да, с такого состояния пульпы. Каждая клеточка, многие из них дали корни. И самое удивительное, дали еще эту самую крону. И вот появились целые деревья, и даже плодовые. О том, что они негодны, об этом умалчивают, потому что это держит или диссертации брать. И как зарабатывать? Ведь впереди тупик, все, что можно было, все, что мог, он уже совершил, помните, Некрасова? Вот, все, что уже создано. Теперь пошли в микроклонирование. А микроклонирование – это чушь, потому что это не прошедшее, не имеющее семенного основания, не имея папу-маму, невозможно вырастить полноценное дерево. А выращивают. А вы видели эти больные в оранжереях? Нет? Елена Санна, скажи, что я не прав. Вот, что уже давно растут клонированные абрикосы, размером ну, хотя бы 3-4 метра, у них же корни-то искусственные, ну, хотя бы 2 метра, и все в плодах. И точно так же, как в истории прививки на вишне степной, или что это, или песчаной, могучих абрикосов. Вот единственный случай на миллион мы видели. Вот. Еще ни одного микроклонированного не видел дерева с плодами. Вот. Зачем тогда все это надо? А сама идея была воплощена, но никто не догадался взять
использовать саму идею, чтобы доказать, что все было не так, что позади, чтобы это было возможно, внутри ядра, внутри клетки, был зародыш целого дерева, для этого должны быть не несколько миллионов лет, вот, а триллионы, 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 а оказывается, столько не было позади. Была идиотская теория Великого Взрыва, который и размер, вот смотрите, вот размер вот такой вот. Вся Вселенная с миллиардами, миллиардами галактик, которые еще миллиарды звезд. Вот с такого вот взрыва, с такого вот объема. Вот эту дурь нам преподносят на полном серьезе. А почему? Доказать божественное происхождение себе дороже. Докажешь? Вот. И убивать людей нельзя. Понятно? Мы можем плакать над ребенком, как говорил этот самый Достоевский, по-моему. Вот. Слеза ребенка не стоит всех этих самых. А вот. Или мы можем плакать над кошкой, которую доставали МЧСники из погреба или с дерева снимали. Вот. А тут же по телевизору показывают такие вещи, что это. Привыкли. Пока к Богу не вернемся. Пусть длинным путем я это все говорю. Пока к Богу не вернемся, ничего у нас не будет. Вот, и страны не будет. Вот. Сейчас все надо навязывать людям. Новую идеологию надо. Я уже не про садоводство. Новую идеологию. Не можем объяснить, откуда взялась внутри этого самого, как она называется, зародыш, это будущее дерево внутри ядра. Не можем доказать. Ну так хотя бы в виде гипотезы скажи, ну Бэйбл это у него своя теория. Если верить Дарвину, значит, гусеница должна была увеличиться в размерах. Увеличиться, увеличиться, жрать все больше и больше, и стать размером это. Даже, может быть, зубы вырастили. И дать с размером со слона. Ну, гусеница остаться. А как внутри бабочка появилась? Не можешь объяснить? Значит, считай, что это было генной инженерия. Что это искусственное было сделано. А раз искусственное, значит, божественное. И так на каждом уроке по биологии. Это касается и растений, и животных. А разумное все состояние, то, что происходит в природе, вот, я называю внешнее управление. Тысячи примеров. И ни одного в школе. Невыгодно, чтобы людям лишить права убивать. Хотя бы морального права. Все, на этом я заканчиваю. Вы можете больше не возвращаться на эти вебинары. У меня просто наболело. Наболело, потому что я смотрю это самое.